прошло, словно и не бывало. Только этого мало. Привет тебе, любитель дачи и огородов. Лето прошло, и тот, кто хорошо трудился, получает урожай. Сейчас покажу, что я делаю с петрушкой, чтобы сохранить ее и использовать ее зимой в разных блюдах. Дачные рецепты. Видео только для YouTube. Канал Денис Ивасенко. Подписывайся на канал, поделись этим видео, жми пальцы вверх. А вот и урожай петрушки. Для заготовки петрушки на зиму нам потребуется совсем немного ингредиентов. Ингредиенты простые, есть в любом продуктовом магазине у дома. Порежьте петрушку или порвите руками в чашу блендера. Добавьте немного подсолнечного или оливкового масла. И вперед, превращайте зелень в пасту. Подпишись на канал, жми пальцы вверх, поделись видео. Вот практически и все. Если вам нужна более пастообразная консистенция, то продолжите эту процедуру еще несколько минут. Ну вот и все. Теперь вы узнали легкий и простой рецепт, как я заготавливаю петрушку на зимний период. Эти шайбы я использую в приготовлении различных блюд, от салатов до супов. Хранить только в морозилке.